последней игре, почему не получилось вскрыть оборону нижнего города? Ну, не знаю, думаю, достаточно хорошо играли в целом и вот такие моменты создавали, но где-то там не везло, где-то на игрок соперника там слиночки выносит такие моменты, что 50 на 50. Надеюсь, что в следующей игре нормально все будет. Заслужили сегодня победу, как вы думаете, по созданным моментам? Ну, по созданным моментам, по владению, да, конечно, владение никто там очки не дает, но в целом полностью игру контролировали, поэтому наши ворота тоже все вроде спокойно было. Был ли пенальти на вас? Мне кажется, что да. Хотя я не фанат, но там что-то упрашивать, тоже лежать там долго, но я прям акцентированно почувствовал, что удар был. Вот. Плюс-минус, как хоккей бывает. Вот, поэтому просил пенальти. Можно сказать, о погоде. Ну, неплохо, разница в любой погоде надо играть. И в целом мы сегодня много двигались, поэтому так не ощущалось погодные условия. Болевые ощущения не позволяли, да, подняться пораньше, чтобы как-то... Да нет, я думал, если честно, чистый пенальти, поэтому я потом как проверил, что там вообще есть у меня, посмотрел, кровь была, поэтому не знаю. Сегодня вышли за левым центральным защитником. Хотя бы центральный это было связано с тем, чтобы вы могли двигать мяч, масло, Я думаю, тренер так решил, поэтому мне в целом без разницы, где играть центрального, левого. Все равно, когда лево центрального, ты больше в атаке участие принимаешь. Но я думаю, что в целом, конечно, можно было поинтереснее с мячом распоряжаться, но тоже хороший момент, потому что это будет. Вам одинаково удобно? Справа, левая нога, справа, правее? Не, лучше левее, либо центрально. Никита уже несколько матчей под руководством Слишковича. Вам лично сейчас комфортнее работать с новым тренером? Это уже какой раз уже вопрос. Не знаю, вроде пока не проигрываем, тоже играем достаточно надежно. Но я думаю, что подождем до конца сезона, там уже дальше будем думать. Но пока что всем ребятам нравится. Как тренировки в целом строят, сколько настроения в команде, поэтому все устраивает. Коллеги, спасибо большое. Спасибо.